Мы – потомки наших великих предков. Мы – будущее нашей великой страны. Мы живем и учимся на благо и процветание нашего города, района. Мы – детско-юношеская организация. Мы вместе! Детско-юношеская организация 9-й школы «Мы вместе» входит в состав объединенной районной организации «Патриоты Ленинского района», который в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» уже не в первый раз за несколько месяцев до 9 мая начинает собирать информацию и фотографии участников Великой Отечественной войны. Собран очень большой материал, но нам бы хотелось узнать еще и о ветеранах, захороненных на территории Ленинского района, но не являющихся как бы жителями, может быть, района, просто погибшими, доживавшими здесь свой век, неизвестными героями. Поэтому с инициативой выступили и наши дети. Каждому жителю России есть кем гордиться. Ведь трудно встретить семью, которую обошла стороной война. Чьи-то родственники прошли всю войну и вернулись с победой. У кого-то дедушка или бабушка погибли на фронте. Но в памяти родных они будут жить всегда. Патриоты Ленинского района призывают всех найти фотографии своих дедов и прадедов в семейных альбомах и пройти с ними на параде в честь Великой Победы. Если есть любая информация о неизвестных героях Отечественной войны, мы просим обратиться в штаб детско-юношеской организации либо в управление образования. Школьники надеются, что родственники погибших солдат в годы войны или воинов, ушедших из жизни уже после победы, откликнутся на акцию. И бессмертный полк Ленинского района будет одним из самых масштабных. Ведь главное – сохранить память о тех, кто, не жалея себя, сражался за мирное небо и дать им символическую возможность еще раз принять участие в праздничном параде. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.